хочу поделиться с вами простым и доступным вариантом, как приготовить ржаной хлеб на воде без дрожжей в домашних условиях. Такой хлебушек обязательно стоит попробовать. Для приготовления закваски на основе воды и ржаной муки потребуется около 5 дней. Вы можете использовать любой вариант приготовления закваски по этому простому рецепту хлеба на воде без дрожжей. 1. Закваску соедините с водой и просеянной мукой. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Ржаная закваска, 300 грамм, мука, 330 грамм, 130 граммов, ржаной и 200 граммов, белой, вода, 230 миллилитров, мед, 1 столовая ложка, темный, растительное масло, 1 столовая ложка, соль, 1 щепотка, количество порций, 1. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. До встречи!